Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Петербурге планируют ввести местные штрафы для таксистов и руководителей таксопарков. Наказание будет грозить им, если автомобиль такси не соответствует утвержденной в прошлом году цветовой гамме кузова – белый с желтыми полосами по бокам. Размер взыскания для водителей составит 3000 рублей, для должностных лиц – 10 тысяч, для юрлиц – 50 тысяч рублей. Если гражданин таксует без разрешения, ему придется раскошелиться на сумму от 5000 до 100 тысяч рублей. Трасса 101. В России вскоре начнутся продажи еще одной модели компании Dunfeng. Это купе-кроссовер DFSK iX5, который выпускается в Калининграде. О стоимости новинки информации пока нет. В стандартной комплектации она оснащена 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 137 лошадей и вариатором. Версия лакшери подразумевает наличие 231-сильной турбочетверки и классического автомата. По умолчанию в машине есть, например, бесключевой доступ, электропривод багажника, панорамная крыша с люком, мультимедиа с большим экраном. Трасса 101. «Налетай». В продаже появилась ограниченная партия российских премиальных автомобилей «Аурус» 2023 и 2024 годов выпуска. Стоимость седана «Сенат» составляет от 41 до 41,5 миллиона рублей, а кроссовера «Комендант» – от 35 миллионов рублей. Машины оснащены 600-сильным гибридным мотором и автоматической трансмиссией. Привод полный. Выпускаются они в Москве и Татарстане. В 2023 году, кстати, компания реализовала 115 автомобилей, а годом ранее почти в три раза меньше. Чуть более года назад сообщалось, что «Аурус» почти на треть состоит из импортных комплектующих. Трасса 101. Ведущие российские компании, предлагающие услугу краткосрочной аренды автомобиля, собираются развивать бизнес и в небольших по сравнению со столицами городах. Их подбадривает тот факт, что спрос на каршеринг растет. Многие жители страны начали рассматривать эту услугу как полноценную замену личной машине, а география поездок на прокатных авто расширяется. Люди все чаще используют их для загородных вояжей и путешествий в другие города. К тому же парк каршеринговых авто, как правило, свеж и разнообразен. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».